То время, когда человечество только просыпалось от тысячелетнего сна, народ Атлантиса уже наслаждался благами высокоразвитой цивилизации. С незапамятных времен богиня Луны открывала Эна тайны судеб мира. Но вернемся к Атлантису. Королева Рея в течение долгих мирных лет правит в своем дворце на острове. Креон 6 лет назад был объявлен принцем, и по старому обычаю его положение обязывает защищать страну. Эно, герой нашей истории, уже находится на пути ко дворцу, где из чувства благородства он хочет вступить в ряды королевской охраны. И он пока не знает, что его будущее полно опасностей и приключений, исход которых определит судьбу Атлантиса. Jetten sich unsere Wege. Die Unterkünfte der Gefährten kannst du gar nicht verfehlen. Amu sei mit dir.